В столичном общественном транспорте снизился пассажиропоток. Специалисты говорят, что на 30%. Администрация Чебоксара рекомендует всем перевозчикам в нерабочую неделю работать по графику воскресного дня. Это значит, что сократится количество рейсов и увеличится интервал движения. В эти выходные все останется, как и прежде. В субботу столичные троллейбусы осуществят 1174 рейса, в воскресенье чуть меньше – 1142. Изменения коснутся и графика движения межмуниципальных маршрутов. Минтранс Чуваши рекомендует осуществлять движение по межмуниципальным маршрутам по графику выходного дня. С актуальным расписанием можно ознакомиться на автовокзалах. На межмуниципальных маршрутах по направлению Чебоксара-Новочебоксарск интервал движения будет увеличен в часы пик до 10 минут.